конечно же, встречайте! Ребята, вы не подскажете себе сборной капитана? Лекс, ты еще не знаешь? Они теперь играют в высшей лиге. Давай, догоняй, беги, беги. Родила царица в ночь ни то сына, ни то дочь. Ни то бублик, ни то плюшку, ни то для хоккея клюшку. Артём, а что это? Я не знаю, в прошлом сезоне все включено, так 5 штук выиграло. Дорогие друзья, оказывается, некоторые кондукторши очень похожи на змею кобра. Давайте посмотрим. А мы пошли. Так, оплачиваем проезд. Так, хорошо. Билетик возьмите. Давайте деньги, на тебе билетик. Деньги, на тебе билет. А кто это у нас тут платить не хочет? Кто тут у нас платить не хочет? А кто тут у нас не хочет платить? А кто тут платить у нас? Обычное ток-шоу, давайте посмотрим. Добрый вечер, дорогие друзья! У нас обычное ток-шоу. Встречаете человек, который может найти рифму к любому слову. Здравствуйте! Давайте попробуем двери! Шмер! Отлично! Зрители! Шмитель! Прекрасно! Колонка! Смолонка! Отлично! Вениченко! Хотелось бы вам сказать, знаете что, дорогой вы мой, а идите-ка вы в шмапу! Шмавиталия, шмавиталия! Дорогие друзья, случай на дне рождения. Сережа, у тебя сегодня день рождения. И я, знаешь, вот я в тебя так влюбилась с первого взгляда, и вот мы столько уже дней с тобой знакомы, и я решила в эту ночь тебе отдаться. Спасибо, Артём. Реально приятно. Но я сейчас такой набуханный. Сережа, придурок, это миниатюра. Я понимаю, миниатюра, я реально набуханный. Дорогие друзья, толкательницы ядра мало чем отличаются от толкателей ядра. Но чем-то отличаются. Давайте посмотрим, чем. Стоять! Телефон!
Кошелек. Вон отсюда. Перед вами простая черниговская команда КВН, редактор Черниговской лиги, ведущий Черниговской лиги и Максим. И нам хочется вам сказать спасибо!